Ребята, всем здорово, всем привет, всем пакет. Так, сегодня у меня застучала нижняя подвеска. Вот здесь вот именно застучала она. Кстати, видите, резиночки-то у меня уже подтертые, да, так сказать, отбойнички. Но был приятно удивлен. Машина 2003 года, я уже говорил об этом. И сейчас 2017 год. Я заехал на диагностику. Это у меня еще, кстати, все родное стоит. Заехал на диагностику, и что мне ответили? То есть на данном автомобиле задняя подвеска у меня в идеальном состоянии. Это с 2003 года, и передняя подвеска тоже. То есть все рычаги, все стоечки, все родные, все из Америки. Самый прикол, удивление был в чем? То, что это лед. Видите, он забивается и вот таким образом отваливается. Но в подвеске он каким-то образом гремит. Машина, в принципе, сама по себе без шумки и гремит как ведровой автомобиль. Ну, то есть ведро с гайками, да? Делаю обзор ведрового автомобиля. Но так как мне данный автомобиль очень нравится в своей эксплуатации и дешевизне запчастей, я кайфую. Даже не подскажу. Сори, не знаю. Потанина. Откуда я знаю, где есть улица Потанина или Ботанина? Ладно, не столь важно. На данной машине было установлено вот такое вот днище. Потому что с нашими дорогами убойными без этого просто не обойтись. Так что, ребята, если у вас загремел, так сказать, ваш рафик, подвесочка ваша, да, загремела, то можете еще как бы надеяться на то, что это, в принципе, лед. Вот как-то так. Ну вот на сегодня как бы и все. Продолжаем дальше эксплуатировать данный автомобиль и кайфовать. Привет, Сири. Погода в Омске. Погода сегодня несколько ухудшится. Будет до минус 22 градуса в Цельсия. Ожидается снег. Ебить твою мать, до чего дошел прогресс. Всем пакет.